Друзья, здравствуйте. Сегодня я бы хотел посмотреть новый видеоролик Вертеича, но перед всем этим я бы хотел вам сказать только одно. Аризона Ролиплей Феникс. IP, а также мой промокод, а также мой никнейм и все прочие вещи на Аризона РП. Вся эта информация, она находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и там со всей этой инфой ознакомьтесь. А сегодня я бы хотел сказать спасибо своему дорогому другу Никите Вертеичу за то, что он добавил меня в друзья ВКонтакте. Теперь я могу отмечать его в публикациях, и после этого все будет отлично. Я, конечно, злоупотреблять этим не буду, так сказать, чтобы мои посты видели больше людей. Я такого делать не буду вообще никогда. Поэтому вот, давайте приступим. Я просто хотел сказать спасибо своему дорогому другу Никите Вертеичу. Видеоролик называется «Школьники в самп». Давайте же начнем его смотреть, потому что, ну, 6 минут как-никак. Я думаю, что «Школьники в самп» — это такая, знаете... Как это называется? Аксиома, может быть, может еще что-то. Как-то раз, зайдя на сервер так, в 5 утра, я повторяю... Что было? Что было, Вертеич? Вот что? Вот такого молодого. Какого? Саша Никол. Ну, Сашу и Сашу. Может, он не молодой, может, он старый уже. Ты чего ты ржешь? Вичеча, это ты? Нет. Ну нахуй это Вичеча, ва. Вичеча это, Вичеча. Он с тебя смеется, потому что ты лох, понял? Сука, я угораю. Да он не лох, ну какой лох, ну я не знаю, ну что вот такое, 17 секунд видеоролика, вы понимаете, уже кто-то там лох, кто-то там еще что-то. Я вообще против всего этого, я за антисамп, я за ноутоксик и так далее. То есть я против всего этого. Ты лошара попущена. Он ко мне пошел, пошли нахуй. Он ко мне пошел. Все правильно, он к нему пришел. Ты у нас сосать будешь? Сейчас на мой хуй сядет, я отвечаю. Зачем? Вот зачем маленький человек такой говорит? Зачем? Почему столько какой-то злости, необоснованного негатива? Зачем все это надо? Я не знаю. Это да, ужасно. Ты на мой хуй будешь садиться. Что это такое? Мне 45 годиков. Дворяма, гони. Не дам. Если ты сейчас не дашь, я на тебя полицию вышел. Пошли вообще нахуй, уёбки. Всё правильно. Пошли все, уёбки. Это моё место и мой мечеть. Ну вот, ну его место, в самом деле, он занял. Я тебя вырубал. Честно? Зачем вот он такое делает? Я просто... А давно в GTA Самп есть вот это вот все Arizona Roleplay Phoenix. IP описание. Признаюсь, я такого еще не видел. Какого? Ему же от силы лет 11 или 12. 14. А он, может, 14. Пугается, как сапожник. Лучше ну, такое бывает, понимаешь, то есть они, возможно, растут на моих видеороликах, вот такие вот люди. Я, конечно же, против мата, блять, но в самом деле, друзья, давайте будем жить без мата в нормальном цивилизованном обществе, и все. Он занялся. Кстати, о деле. Сервис Ависа предлагает... О-о-о! Авису. Если тебе 10 лет. Никаких... Зачем вот это кряканье в столе, я ничего не понимаю. Просто выполняешь задание. Ависо. А их там пипец как много. Просто это ависо, оно везде. Почему оно до меня еще не дошло, я ничего не есть понимаю. Есть даже ценой в 50 рублей. И ё-моё. Выводишь их куда угодно от 3 рублей. А самое главное, это не лохотрон. Ссылку я оставлю в описании. Блин, ависо, когда вы уже обратились ко мне за рекламой? Я не понимаю, я уже сижу тут несколько десятков дней. Всё, всем я приятно. Не знаю, я жду рекламу от вас, чтобы если сделать для вы вас думаете, рекламу. Что школьник в начале это единственный смешной момент? Нет, вы не правы. Ну, конечно, не правы. У Вертеич всегда много, так сказать, моментов в козыре. Есть еще так... В рукаве. А это... В козыре, че говорю, дурак? Здрасте, у меня тут важный вопрос к вам. Я тут, короче, купил... Можно ваши документики, пожалуйста? Травки. Как ее курить и во что заворачивать лучше? Ё-моё! Чуваки, я против наркотиков. Наркотики зло. Никогда ничего не употребляйте. Почему Вертеич не повесил никакой дисклеймер, я не знаю. Никогда ничего не употребляйте. Никогда. Ну, это все гиблое такое? Дело. Пошел нахуй. Вот опять, что вот одни маты какие-то, одни маты, от кого они всего этого понабрались? От меня? Я против матов. Он бывший майор армии в Лос-Сантосе. Украинская полиция! Он, у него как... Чопис! Он с Чописом! Ё-моё, Чопис, куда же ты забрался-то, а? Чопис, ну ты куда, а? С Вертеичем уже тут трется вот на этом серваке. Ну тебя же вроде на Пейсон вообще направили. Он тут с Вертеичем уже трется. Как же ты это смог сделать-то так, а? Ну, Вертеич, ну чё ты, ну вообще, я не знаю. Да, ща поможем, Никит. Мы же добрые полицейские, правильно? Стойте. Давай нормально поговорим. Давай. У меня Султан ТТ. Я сейчас еду на Грустрит, пока. У меня джип в Москве. Поговорили. Похвастался и съебал. Токсичный говноед, фига у тебя описание. У меня Султан ТТ, я еду на Грустрит. Токсичным говноед, одним словом, Токио Гуль.
Нормально. Вы не догоните, я султан, у меня ТТ. Я тебя сейчас сделаю здесь. Едьте за мной, пожалуйста. Едьте за мной, за мной, за мной. Едем. Мне нравится эта погоня вообще классная. У него Султан ТТ. Кстати, на Грув-стрит, если он, то мы можем его спиздить. Moments later. И вообще будет мем, когда появился ему навстречу. Или тот, подожди. Подожди, это ТТ? Это ТТ. Ну все, Твин Турбо. Погаги, Твин Турбо, погаги. Почему по-русски нельзя написать или по-украински на крайне? Я никогда не понимал. Зачем вот это вот все? Вот это, американщина. Встать здесь прям. Нет, 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 мы везем на штрафстоянку. И там же встретимся. Это, получается, product placement Чописа. У него Султан. То есть потому что постоянно он Чопис, один Чопис только вот с Вертеичем. Вертеич, заходи на первый сервак, все сделаем. Все сделаем как следует. Ебать, сейчас школа в ахуе будет. Так он же может фикс-кар сделать, нет? А, они его встретили. Ну вот, я же говорю, фикс-кар. Он на письку отрежет, слышал? Никит, смотри, нас сейчас пиздить будет, слышишь? Вы поняли меня? Да, да, поняли, брат. А дальше мы придумали новый способ троллинга. Чопис включает микрофон, подносит к нему наушники, а я тем временем говорю голосом. А так как мой голос знает все, получается достаточно забавная картина. Нормально придумали троллинг. Акиму, Максиму и Ване. Акиму и Ване. Что, пацаны, все? Вопросы есть? Чего? Но мы на этом не остановились. Ага. Пойдем на ЦР. Не, Чопис реально красава, это гений троллинга. Твоего микрофона я буду кричать. Пацаны, дайте мне денег, пожалуйста. Пацаны, дайте аксессуаров. Чувак, мне столько бабок дали, это вообще пиздец. Пойдем тратить, заебись. Чувак, мне около ляма дали, блин. Ферсен Мортон. Ну это мало же, на резон. Ферсен Мортон, привет. Слушай, напьеба. Сутки позади, но мы не спим. Отлично. Чё-то менты приебали. Ферсен, у тебя звезды. Едем в тюрьму. Их нахуй послать? Вот это настоящий Пабло. Никого не боится. А базарит-то как? Но мы его не стали забирать в КПЗ. Думаешь? Как-никак он поднял нам настроение. Вадим, здорово. Вадим, здорово. Это я, Вертеич. Чё пис сосиска? Я ролик записываю. Присядь, если меня знаешь. Если меня знаешь. Ого, Вертеич! Это ты? Да. Бибикни 10 раз, если хочешь дать мне денег. Дать мне денег. Давай. Спасибо, брат, но я не Вертеич. Но я не Вертеич. Пока, братух, давай, до связи. Да это неплохо, да, молодцы. Вертеича знаешь? Вертеича знаешь? Да. Но я с ним в одной комнате сижу. Ну давай, передай микрофон. Конор, браво, здорово! Браво, здорово! Вопросы. Передаем привет моему брату, Максиму. Передаю брату Конора, браво, привет, Конора, браво, Максиму. Привет, Максиму. Нихуя себе. Думаю, это, блядь, прога. У него там Вертеич, блядь, в квартире, нахуй. Ну да, мы в Гродно. Пантерки! В Гродно, в Санкт-Петербурге. И вылечите меня! Вылечите меня! Смотри, там подписчик, Петр Вертейка. Петр, здорово, вылечи, а! Здорово, вылечи, а! Это я, твой это брат, я... Вертеич! Брат, Вертеич! Извините, нет. Да вылечи ты меня, ёпта! Ты меня, ёпта! За 2000 вылечил. А почему за 2000? Верни 1000! Верни 1000! Алло! Извините, нет, покиньте здание, или мне придется использовать. Фига врачи на Arizona RP, на Фениксе такого нет. IP в описании, вы сами все знаете. Да я не против, бери меня полностью. Бери меня полностью. Здорово, брат. Добро пожаловать на Arizona Roleplay. Чего? Чуть не верю. Roleplay. Надеюсь, что сегодня я заставил вас улыбнуться. Ну, немного было пару раз. Чопис красава. Чопис, респект и уважение тебе. Так, то поставьте лайк. Если вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Это очень важно. Думаешь? У меня скоро 600 тысяч подписчиков. Пиздец, у меня скоро 5300. Вот, в общем-то, на этом все. Arizona, Roleplay Phoenix, IP в описании. И все остальные вещи также в описании. Я был с вами тут, поэтому промокод NoToxic54 и также мой промокод никнейм Dante Connor. И все остальные вещи есть в описании данного видео. Я сейчас выпью что-нибудь из кружки или не выпью, неважно. Реклама, кстати. Давайте не будем смотреть.